Однажды Шура Ширвиц сидит, гримируется, значит. А Валюшка вошел еще, значит, ему попозже надо было гримироваться в такой маечке с коротким рукавчиком, пупырица такая, ну как это называется, такая маечка полупрозрачная. Но он же вот такой. И подпоясан ремешком тоненьким, с кисточками. И Шура сидит, так гримируется, и говорит: Валюш, да-да, тебя этот поясок не полнит? Дурак ты грубый, сказал Валюша, почти не обидевшись.